Мегаполис никогда не спит. Его переполняет энергия. Здесь всегда нужно держать темп, быть лучшим. Но что еще важнее, так это помнить про истинные ценности. Синж проект. Строим настоящее, создаем будущее. С любовью к Москве. Меня зовут Павел Митрофанов, я возглавляю компанию ⁇ Эксперт бизнес-решения ⁇ которая является организатором этого мероприятия. Буду модерировать сегодня часть секций. Коротко скажу, как будет организована наша сегодняшняя работа. Три, три части ее будет пленарное заседание и дискуссия в ближайшее время, потом секция практического уклона и после обеда будет специальная секция с элементами воркшопа, она будет посвящена рейтингованию, оценкам и обмену опытом по тому, как это видят участники рынка и как видим мы как агентство, что нужно для того, чтобы получать высокие ESG-рейтинги. Вначале хочу поблагодарить всех партнеров, благодаря которым сегодняшнее мероприятие в том числе состоялось компании Мосэндж проект, Transmash Holding, Савкомбанк, Инвестиционный банк Синара и наших медиа-партнеров компанию Sunlight Outdoor и специального партнера благотворительный фонд Онкологика. Открыть мероприятие я предлагаю Игорь Юрьевичу Юргенсу, директор Центра устойчивого развития и исж трансформации МГИМО, и председатель совета директоров, эксперт Ра. Игорь Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. А в каком качестве МГИМО или эксперт? А, как вам больше нравится? Дорогие коллеги, вы собрались в совершенно такой рубежный день, период. Страна готовится к копу конференции сторон. ООН-29 в Баку. Мы выбираем парадигму митигации или адаптации, сокращения или наращивания климатических различных проектов, но это не меняет ничего в повестке ESG, потому что какую бы мы ни брали, ну, собственно, мы уже, наверное, выбрали адаптацию по сравнению с митигацией, тем не менее, какую бы мы ни выбрали парадигму, ESG-трансформация нужна нашей экономике в любом случае. Если в настоящий момент на слуху больше экологическая история, то социальная и корпоративная не меняется никаким образом и наращивается. Поэтому и в Российской Федерации произошли значительные изменения. Вы, наверное, знаете о том, что запущена система мониторинга климатически активных веществ. По этой системе, если я правильно понимаю, 6 коллективов ученых спорят с друг с другом, все-таки за пару лет наработали так, что мы вроде бы как наши адаптационные проекты сокращают наши общие выбросы и коллективный наш, так сказать, вред природе практически в половину. То есть у нас еще есть 3-4 года для того, чтобы к 30-му подойти с результатом, который, в общем, по всем мировым стандартам очень приличный. Огромная работа проводится Минэкономразвития и по мониторингу, и по регистрации, и по внедрению различных новых форматов. Большая работа проводится Центральным банком по тому, как мягким регулированием попытаться компании ввести в этот формат. Безусловно, без международного сотрудничества один наш национальный углеродный рынок мало чего будет значить. Поэтому, конечно, наша, так сказать, перспектива – это сначала ЕАЭС, БРИКС, ШОС, но посмотрим, как будут развиваться геополитические события с тем, чтобы быть наравне с другими грандами в этом деле. И это, в общем, не самоцель, а это трансформация э, индустриального общества, э, после четвертой революции в нечто совершенно другое, потому что мы все прекрасно понимаем, что без соответствующей трансформации акционерного капитала и капитализма в его новом виде достичь вот этих 17 ЦУРов, 17 целей устойчивого развития нереально. Если мы только будем максимизировать прибыль в каждой отдельной корпорации, включая эксперта, какой акционер ставит задачу? максимум прибыли, максимум достижений, максимум конкурентной борьбы. Это планету изнурит значительно быстрее, чем наши внуки смогут ею насладиться. Поэтому ESG Day – ТРА, очень важное мероприятие. Повторяю, накануне очень больших и серьезных событий соответствующие записки, бумаги, анализы готовятся и главам государств Казань на БРИКС. И потом, естественно, нашей национальной делегации в Баку. Поэтому я вам желаю плодотворного работы, результатов, которые будут полезны вам в ежедневном труде, и с успехом. Спасибо. Ну, и также для короткого вступительного слова приглашаю генерального директора, председателя правления экспертра, Марину Викторовну Чекурова. Она тоже напутственные слова нам всем скажут. Коллеги, доброе утро. Ну, во-первых, хочу сказать вам большое спасибо, что вы пришли. Мы очень рады вас видеть на этом мероприятии. Мы исходим из того, что оно будет теперь традиционным. Каждый год готовьтесь, фиксируйте даты в начале октября. Мы будем собираться и обсуждать насущные проблемы ИСЖИ или устойчивого развития, как кому больше нравится. Действительно, мы видим очень серьезный тренд на повышение интереса к идж тематике которая некоторое время назад несколько была, как бы ушла из фокуса. Не могу сказать, что она исчезла, но она ушла из фокуса. Сейчас она очень активно возвращается, и большое количество вопросов и запросов идет к нам. Мы активно с ними работаем, и мы считаем, что это очень важное направление нашего движения. Хочу также сказать, что впервые за, наверное, всю историю развития рейтинговой отрасли, в этом году мы подготовили, опубликовали свой отчет о устойчивом развитии. Там у нас лежат буклеты, есть QR-код, вы можете посмотреть, ознакомиться. Это очень обстоятельный труд, над которым работало большое количество наших сотрудников которым мы осветили то, как мы внутри нашей компании э, учитываем и как мы реализуем э, цели устойчивого развития. Мы, конечно же, специфическая компания, мы не производственная как бы, структура, у которой много выбросов или там еще что-то. У нас безусловный упор прежде всего на С, то есть на социальное, и мы там это подробно описываем, и мы готовы поделиться своим опытом и с вами, коллеги, как готовить такие отчеты. Вот Павел может вам в этом плане очень активно помогать, и его команда. И также можете обращаться к нам. Ну и, конечно же, мы большое внимание уделяем рейтингам ESG. Мы считаем, что это очень важный инструмент. Безусловно, ты вот Игорь Юрьевич уже сказал, что Центральный банк сейчас активно занимается мягким регулированием этого направления. Ну, мы надеемся, что это станет хорошим тоном для начала, а в дальнейшем и просто способом существования компаний, когда вы не будете работать с контрагентами, если у них не будет какой-то маркера определенного, либо из же рейтинга, либо оценки их выпуска бумаг на то, что они социальные или зеленые. И это будет, безусловно, очень важными направлениями взаимодействия компаний в том числе. Ну и кроме этого хочу сказать, что мы не только бумажные, не только как бы компьютерные люди – мы также реализуем на практике, планируем реализовать на практике важное направление борьбы с углеродным следом. Завтра наша команда выезжает в Калужскую область. Мы будем сажать дубы, будем таким образом помогать тому, чтобы эти деревья выросли. Это заповедник, там специальный за ними будет уход. Это не просто так, что вот, ну, как бы посадили и забыли. Это э, совершенно Подготовленное нами на протяжении довольно длительного времени мероприятия. Завтра мы туда едем. Мы приглашаем всех, кто хочет к нам присоединиться. Это можно сделать сегодня. У нас два автобуса, Ну, по мере заполнения, естественно, мы готовы принять всех, кто захочет тоже поехать с нами. Стартуем мы завтра в 8 утра с Никольской улицы. Так что, пожалуйста, вы можете тоже внести свой вклад в посадку на те самые два гектара, которые мы сейчас забронировали, и на которых мы надеемся вырастут дубы, потому что мы смотрели, мы очень серьезно анализировали. Какие деревья надо посадить, чтобы максимально уменьшить углеродный след? Смотрели березы, сосны, буки. Лучше всего утилизирует углеродный след дуб. Мы сажаем дубы. Так что, пожалуйста, всем успеха сегодня на конференции и надеюсь, что она покажет многие направления дальнейшего развития этого направления. Спасибо, Марина Викторовна. Дальше будет выступление со стороны агентства. Традиционно осенью мы к этой конференции готовим ежегодный рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний и результаты очередного замера рынка, трендов, я надеюсь, успехов. Сейчас расскажет директор дела рейтингов устойчивого развития «Эксперта» Елена Жанахова. Пожалуйста, Елена, тебе слово и внимание. Нефинансовая отчетность является неким мостиком для построения доверия между компанией и инвесторами, местными жителями и другими заинтересованными сторонами. Меня зовут Елена Жанахова. Я уже третий год курирую проект по ESG прозрачности. Вместе со своей командой мы очень внимательно изучаем все ваши отчеты. И сегодня я расскажу, что изменилось или не изменилось. Традиционно перед конференцией мы проводим опрос наших клиентов в этом году в вопросе приняли порядка 40 компаний. Это крупнейшие компании из различных секторов экономики. Мы спросили у них, что случилось с уровнем раскрытия информации. И были очень приятно удивлены, никто из компаний не ответил, что уровень раскрытия снизился. На самом деле все нашли свой баланс рисков с учетом прошедших двух лет, когда отчетность то закрывалась, то открывалась размер и качество и полнота данных также существенно менялись из года в год. Мы прошли этот период и видим, что все определились для, тебя, для себя с тем объемом, который они могут публиковать, и успешно продолжают это делать. Также мы попросили оценить важность раскрытия информации по пятибалльной шкале и увидели, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос, что тоже не может не радовать. А в целом результаты нашего исследования, результаты рэнкинга подтверждают этот довод. Средний балл раскрытия чуть-чуть подрос, ну, можно сказать, что он остался на том же уровне, но фактически это связано с тем, что наша методология ужесточилась. Наша методология не стоит на месте, мы включили два новых показателя, о которых я расскажу чуть позже. Готовясь к этому выступлению, я в какой-то момент поняла, что я который год рассказываю о результатах рэнкинга, но не рассказываю о том, что за ним стоит. А на самом деле это 79 годовых отчетов, 59 отчетов об устойчивом развитии, 14 ESG датабук, экологические отчеты, социальные отчеты, рейтинговые отчеты и иные документы компаний. По результатам анализа всего перечисленного, в рэнкинг в этом году вошли 124 компании. Мы по-прежнему оцениваем прозрачность по четырем блокам. Это экология, общество, корпоративное управление и используемые стандарты. У каждого блока вес одинаковый – 25%. И для справедливой дифференцированной оценки мы разделили компании на три категории. В прошлом году мы делили на две, но с учетом наработанного опыта, с учетом практики мы поняли, что… Гораздо лучше будет разделить на три. Первая категория ⁇ это финансовые компании. Вторая категория ⁇ это нефинансовые компании, которые не оказывают существенного воздействия на окружающую среду. И третья категория ⁇ это компании, которые все остальные. Что нового? Я, как уже раньше сказала, два новых показателя. Для финансовых компаний мы теперь оцениваем практику ответственного инвестирования или финансирования. Для максимальной оценки компания должна раскрыть подходы к оценке своего портфеля и также объем текущего портфеля, который э, в этом году стал зеленым, социальным и так далее. 35% финансовых компаний, которые вошли в рынкинг, раскрыли этот показатель в полном объеме, 45% частично. Ну, то есть фактически 80% компаний раскрывают эту информацию. И 80% это звучит прекрасно, но, к сожалению... В принципе, компании из финансового сектора хуже раскрывают отчетность об устойчивом развитии. И, конечно, те, кто раскрывают, они и в своей практике показывают в отчетности. Второй показатель это оценка раскрытия информации в соответствии с рекомендациями эконом По итогам 2023 года этот стандарт использовали всего лишь 31%. Ну, мы надеемся, что в следующем году эта цифра вырастет. Возможно, к тому моменту уже будет утвержден стандарт отчетности об устойчивом развитии, и многие компании будут его использовать. Э -э наша методология оценивает применение стандартов. Стандартов огромное множество, поэтому мы исторически выбираем самые популярные. И на графике вы можете увидеть, что самым популярным способом раскрыть информации об устойчивом развитии, об ESG-приверженности — это просто раскрыть, раскрыть следование целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. То есть это делают 89% компаний, вошедших в рэнкинг. Если смотреть на международные и национальные стандарты, то по-прежнему самый популярный – это GRI – 65%. Все перечисленные на слайде стандарты используют всего лишь 17% компаний. Ну и, собственно, то, ради чего мы сегодня собрались. Лидеры прозрачности 2024 – это три компании. Норильский, Никель, Фосагры и N+. Мы поздравляем победителей рэнкинга. Но отдельно я бы хотела поблагодарить все компании, которые публикуют отчетность об устойчивом развитии. На самом деле, если посмотреть то количество отчетов, которое выпускается в общем количестве российских компаний, ну, это просто капля в море. Поэтому все, кто выпускает отчетность об устойчивом развитии, уже победили в этом рэнкинге. Ну и давайте поговорим о будущем. С этого года раскрытие нефинансовой информации становится обязательным, и мы благодарим за это Московскую биржу. Эмитенты первого и второго уровня листинга Московской биржи, начиная с отчетного цикла за 2024 год, должны будут раскрыть нефинансовую информацию. Данное требование введено с учетом текущей ситуации, да, текущего уровня зрелости рынка. И Поэтому объем, формат, форму раскрытия они определяются эмитентом самостоятельно, как и стандарты раскрытия, которые необходимо использовать при публикации таких отчетов. Установлен конкретный срок 31 августа следующего, года, следующего за отчетным. Также хочется отметить важность разработанного проекта стандартами на эконом-развитии об отчетности об устойчивом развитии. Да, мы считаем, что это тоже повысит прозрачность рынка. Это также устанавливает определенные требования. Он является абсолютно логичным продолжением выпущенных рекомендаций на эконом развития, но при этом он учитывает национальную специфику, и я думаю, что российские компании будут активно его использовать. Отдельно я хотела остановиться на сроках раскрытия нефинансовой информации. Ранее все документы носили рекомендательный характер. То есть все сроки, которые были закреплены, это были исключительно рекомендации, которые многие компании игнорировали. Теперь же эмитентам первого и второго уровня листинга Московской биржи придется торопиться. Так же, как и тем, кто будет раскрываться по стандарту об отчетности в устойчивом развитии. В целом ситуация с поздней публикацией отчетности стала гораздо лучше. То есть в прошлом году мы даже выпускали обновление рынкинга, куда вышли более 20 крупных компаний, потому что они просто не успели до октября выпустить свои годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии. А в этом году таких компаний гораздо меньше. Плюс мы опять опросили компании об уровне автоматизации, он не изменился, поэтому, к сожалению, пока Какого-то глобального ускорения по выпуску отчетности мы не видим. С текущей версии проекта стандарта отчетности об устойчивом развитии закрепляется обязательное заверение нефинансовой отчетностью. Мы опросили компании, планируют ли они в следующем году провести такое заверение, и на самом деле большинство планируют либо в следующем году, либо позднее, что очень хорошо, потому что зверение повышает доверие к отчету, повышает доверие к нефинансовым данным, но при этом оно сопряжено с большими трудозатратами персонала, который вовлечен в эту оценку, ну и, конечно же, с финансовыми затратами. И, естественно, это все очень сильно влияет на сроки выпуска отчетности, в которые мы теперь должны будем укладываться. По итогам этого года 44 компании заверили свои нефинансовые данные, это и заверения аудиторов, и общественные заверения. Мы абсолютно поддерживаем прозрачность данных, корректность данных. И с этого года мы являемся интеллектуальным партнером, партнером Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в части заверения нефинансовой отчетности. Ну и напоследок я бы хотела сказать, что 70% опрошенных нами компаний уже приняли решение раскрывать отчетность об устойчивом развитии в следующем году. 20% планируют принять это решение позднее, но мы надеемся, что оно будет позитивным. В целом, с учетом вводимых требований, с учетом повышения информированности, мы ожидаем роста из G-дебютантов на рынке отчетности. При этом. Этот рост в явном виде ограничивают огромное количество стандартов, которые в настоящий момент у нас есть. Это и международные стандарты, и национальный стандарт планируется к выпуску. Несмотря на схожесть показателей, которые заложены в эти стандарты, фактически они не гармонизированы, они отличаются. Если вы откроете отчет об устойчивом развитии какой-нибудь крупной компании, вот просто через один таблицы с указателями раскрытия стандартов, они будут занимать минимум треть отчета. Да, сейчас ведется глобальная работа по гармонизации на международном уровне, но я думаю, что конец и край этой работы не виден, и это случится еще не скоро. И чтобы увидеть какой-то действительно существенный рост раскрытия, компании не должны пугаться и путаться в этом огромном многообразии стандартов, поэтому, возможно, их пора упрощать. Спасибо, Лена. Дорогие друзья, ну, примерно в таком ключе мы предполагаем пообсуждать сегодня вопросы и развития нашего ESG рынка, давайте так назовем, чтобы развитие два раза не звучало, хотя это не страшно. В название пленарной нашей дискуссии мы вынесли вопрос, пора ли упрощать стандарты, потому что мы надеемся, что количество компаний с тем или иным форматом раскрытия будет увеличиваться, и, конечно, изучение всей этой информации не должно быть недоступным, да, оно не должно вредить ни самим компаниям, ни пользователям информации. Обо всем об этом мы поговорим с нашими уважаемыми спикерами. Давайте я всех представлю. У нас сегодня очень хорошая спикерская панель, потому что есть и представители государства, и регуляторов, и компании инфраструктуры, и, собственно, сами компании, представляющие бизнес. С нами сегодня Виктория Степаненко, заместитель директора Департамента корпоративных отношений Банка России, Елена Курицына, старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Бирже Андрей Байдов, вице-президент по устойчивому развитию ВБРФ. Онлайн у нас будет Ирина Петрунина, директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития. И также здесь очно у нас есть Ирина Филиппова, заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэка. И со стороны бизнеса у нас есть Эдуард Гусаков, директор департамента экологии и техносферной безопасности трансмашхолдинга Никита Бибиков, глава проектного офиса РУСА, и Максим Ремчуков, директор дивизиона ⁇ Вторичная переработка ⁇ Сибура. Ну, естественно, в таком составе мы можем с абсолютно всех важных таких точек зрения посмотреть и на вопросы ESG как такового, и на вопросы прозрачности, и того, как компаниям, бизнесу и государству правильно об этом рассказывать и это изучать. Ну, и для начала я предлагаю всем нашим уважаемым спикерам в пределах 3-5 минут обозначить ощущение, каков сейчас девиз или, если хотите, главный тренд, короткий, да, национальной SG-повестки. О чем, собственно, все будут так или иначе докладывать в своих отчетах об устойчивом развитии и чему будет посвящен основной фокус. Давайте начнем с Виктории Степаненко. Пожалуйста, Виктория как самый сложный вопрос, так регулятор. Добрый день, коллеги. Спасибо большое. На самом деле приятно осознавать, что какие-то события становятся традицией. И очень надеюсь, что вы будете продолжать чудесное мероприятие под названием ESG Day. В отношении текущего уровня вовлеченности, как мы видим сегодня компании, вы знаете, вот эта риторика, она возникала, мне кажется, в 2022 году. Сейчас вновь мы возвращаемся к теме устойчивого развития. Есть место, нет места. Это какие-то чуждые нам ценности или это нечто, что должно быть с нами всегда. Я, наверное, попробую здесь порассуждать на этот вопрос с двух плоскостей. Первая со стороны инвесторской, а второй со стороны компании. С точки зрения инвестора, безусловно, любой инвестор учитывает риски. Эти риски могут лежать в разных плоскостях. Группировка этих рисков по трем аспектом социальные корпоративные и риски связанные с окружающей средой мне кажется что вне зависимости от того в каком мире мы живем любой инвестор который осознанно вкладывает свои деньги он эти риски будет оценивать он будет принимать решения готов он на себя их брать и он будет их каким-то образом митигировать а с точки зрения компании если это компания, которая работает и живет длинным горизонтом планирования, устойчивое развитие ⁇ это, наверное, про длинный горизонт, не про то, чтобы прийти сегодня, заработать и быстро убежать. То, скорее всего, эта компания будет озадачена вопросами социального развития, вопросами взаимодействия с заинтересованными сторонами, вопросами того, как она влияет на окружающую среду и как окружающая среда влияет на нее. И хочется верить, что в такой компании будет должное внимание уделяться вопросам корпоративного управления. Приятно здесь видеть представителей реального сектора экономики. Мне кажется, что вот они нам не дадут соврать и скажут, что да, действительно эти вопросы являются ключевыми. Поэтому для меня повестка устойчивого развития – это жизнь на длинный горизонт с учетом всех факторов, которые для нас важны. Важный аспект – это раскрытие информации. На самом деле, не спасибо огромное за обзор. Мне кажется, что сегодня есть какое-то количество компаний, которые делают такие обзоры, которые, в общем, переняли стафетную палочку. В том числе и от нас, потому что мы обзоры делали по итогам 2019 года 2021-2022, сейчас мы понимаем, что рынок уже достаточно хорошо коммуницирует внутри себя. И в ряде случаев эти обзоры в достаточной степени превосходят то, что мы делали в свое время. А в отношении раскрытия и закрытия информации вчера, не вчера, а позавчера состоялся как раз-таки IPO-форум. В очередной раз мы дискутировали на тему асимметрии информации, информации, которая необходима, рынку для того, того, чтобы дальше развиваться в большей части, конечно, камни летят в сторону финансовой информации, которую компании закрывают с большим усердием, нежели в отношении информации в области устойчивого развития. Здесь, наверное, мы не так подверглись изменениям либо каким-то закрытием данных, но тем не менее финансовая информация составляет важную часть, в том числе истории, связанные с устойчивым развитием. Поэтому здесь мне кажется, что информация, информация, еще раз информация, мы точно будем развиваться в этом направлении, мы точно будем а, согласовывать друг с другом а, те стандарты, те метрики, которые компании должны раскрывать, а, мы точно будем делать анализ и, в общем, пытаться а, компаниям а, задать правильный вектор с этой точки зрения. А, более того, информация является, в общем, языком нашего взаимодействия, в том числе с нашими зарубежными партнерами, стратегическими ну, думаю, что на эту тему мы чуть попозже, наверное, еще подискутируем. Да, спасибо большое. Действительно, к вопросу гармонизации с внешним контуром это, мне кажется, надо отдельно э, уделить этому внимание. А пока давайте про вот, да, все-таки ключевой какой-то общий тренд. Дальше поговорим с Еленой Кульциной. Елена, но вы, поскольку представляете инфраструктуру и биржу для многих компаний не меньше регулятор, чем Банк России или какие-то профильные ведомства, поэтому поделить, как вы сейчас чувствуете этот самый девиз или какой-то основополагающий самый главный тренд среди всех. Да, спасибо. Во-первых, спасибо большое за возможность поговорить о тематики устойчивого развития. Спасибо большое эксперту за то, что это мероприятие становится ежегодным, традиционным. Надеюсь, что мы каждый год действительно будем иметь возможность в профессиональной среде обсудить насущные вопросы. Если отвечать конкретно на ваш вопрос, что является девизом, я бы сказала, что, наверное, это не девиз. Это уже на протяжении трех лет с 2022 года мы всей индустрии, всей, всей профессиональной средой, которая так или иначе к устойчивому развитию относится, и не только профессиональной средой, пытаемся найти правильное место для запятой в формулировке ⁇ сохранить нельзя, оставить ⁇ И вот вроде каждый раз договариваемся, что правильное место для запятой после слова ⁇ сохранить ⁇ они а после слова нельзя. Но, тем не менее, на будущий год возникают все новые и новые факторы, все новые и новые вызовы. И кажется, как будто действительно все, все вновь и вновь приходится нам тестировать тематику ESG, тематику устойчивого развития на то, насколько она применима в текущих реалиях к российским условиям, к российским обстоятельствам. Я последовательно отстаиваю... Позицию, которая заключается в том, что у нас другого варианта нет, и откладывание реализации этой повестки, вот, то, о чем Игорь Юч говорил, адаптация, митигация, в любом случае трансформация экономики на макроуровне, экономики на уровне предприятий, она неизбежна каков бы, каково бы решение государственное относительно формата не было. Поэтому надо понимать, что мы в любом случае от этой с этой повесткой мы в любом случае остаемся. Другой вопрос, что, как мы видим, как, как на это смотрят компании. Мы видим, что те, кто уже был вовлечен в повестку, те, кто был э, м, вовлечен в формирование своих собственных э, внутренних корпоративных стратегий по устойчивому развитию, кто уже э, на протяжении длительного времени э, раскрывал, готовил и раскрывал не финансовую отчетность, отчетность об устойчивом развитии компании, те, кто сформировал уже внутри себя корпоративную культуру, которая связана с со следованием повестки, повестки ЦУР. Они не отказывались от, этой, от участия в этой работе. Но вот так же, как Павел вы сказали, мы почти не видим дебютантов да, в, в раскрытии. Но то же самое мы почти не видим дебютантов в том, чтобы в принципе вовлекаться в эту повестку. Поэтому над этим, безусловно, надо нам всем вместе работать. Наверное, сейчас пока на этом остановлюсь. Спасибо большое. Ну, давайте, да, сформулируем это как задача. Нужен рост. Это она популярная на многих рынках, да, но здесь, где вот даже если смотреть на рэнкинг наш, э 100 с небольшим плюсом компании, наверное, это не то, чего всем хотелось бы, да, изучая национальный ландшафт устойчивого развития. Хорошо, движемся дальше. Я прошу подключить Ирину Анатольевну Петрунину, директор департамента конкуренции, энергоэффективности, экологики, Минэкономразвития. Минек ⁇ важный участник рынка устойчивого развития да, и по линии борьбы с изменениями климата, и как один из методологических центров, отвечающих за стандарт. Ирина Анатольевна, поделитесь, пожалуйста, вот по части борьбы с изменением климата, да, что, что сейчас... Что сейчас главное, и вот если говорить про реестр выбросов парниковых газов, да, помогает ли он как бы всю эту тему развивать, чтобы все было хорошо, а не чтобы компаниям просто становилось сложнее? Да, добрый день, уважаемые участники мероприятия этой прекрасной дискуссии. Вы знаете, мне очень понравился ваш заход. Вот какой девиз можно было бы сейчас? озвучить, чем занимается Минэкономразвитие именно в части климатической повестки. Я вот для себя, например, решила, что, наверное, климатическая политика – это как искусство баланса. Потому что нам нужно понять, где, как и когда мы занимаемся митигацией и какие средства мы в это вкладываем, и где, как и когда мы занимаемся адаптацией и какие средства вкладываем туда. И балансировать между собой эти два процесса для достижения максимального эффекта. Ну, это вот если про девизы. А если говорить о том, чем занимается сейчас Министерство экономического развития, вы знаете, ну, очень коротко, потому что работы очень много, и, к сожалению, она такая интенсивная, что я даже не смогла принять участие очно в прекрасном этом мероприятии. Если коротко, то я бы, наверное, вернулась к тому, что говорил Игорь Юрьевич Юргенс на предмет того, что действительно Минэкономразвитие, Росгидромет, мы совместно запустили и завершаем сейчас первый этап реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения по мониторингу климатически активных веществ что дало нам существенные аргументы в разговоре на международных площадках по поводу того какие же собственно говоря нет выбросы осуществляет российская федерация по парниковым газам и мы сейчас подводим итоги предварительные итоги окончательные у нас будут итоги подведены когда будет сформирована отчетность по кадастру уже с учетом новых параметров которые мы за три года совместно сформировали, и поэтому, конечно, мы ждем такого, ну, достаточно серьезного, достаточно серьезной презентации и на БРИКС, и на ближайшем копе по тем процессам, которые мы уже сформировали и можем позиционировать на международных площадках. А это касается наших, так сказать, вот таких вот процессов, связанных с, в том числе и с научной деятельностью, и с научно-прикладной деятельностью, и с возможностью пользоваться этими результатами уже в экономических вопросах. А то, что касается углеродного регулирования как политика, которая Минэкономразвитие формирует и осуществляет как регулятор, да, мы здесь продолжаем двигаться по известным, мы уже мы не раз об этом рассказывали, направлениям. В первую очередь, то, что касается митигации, безусловно, тут у нас два основных тренда, это добровольное регулирование Uh, которые выражаются у нас в формате климатических проектов. И здесь мы активно работаем с нормативно-правовой базой. И я уже не раз рассказывала об этом, но не, не устану повторять, что за прошедший год и в 2024 году у нас были приняты нормы по освобождению услуг оператора реестра углеродных единиц от НДС, внесены изменения в постановление правительства в части открывать счета в реестре углеродных единиц и осуществлять эти действия иностранным юридическим лицам. Это такая достаточно была серьезная работа и решение. Это мы искали с бизнесом вместе. Бизнесу огромное спасибо за это решение было найдено, и оно было закреплено вот так институционально. Мы Позволяем, а, и обеспечиваем доступность информации о климатических проектах, максимально расширяя ее. И опять же, с 1 июня 2024 года а, вступило в силу постановление правительства, которым предусматриваются требования в части повышения открытости и отчетности информации о российских климатических проектах. А там очень много позиций, они все достаточно уже хорошо известны. Основная здесь задача, конечно, обеспечить качество тех углеродных единиц, которые мы формируем в результате реализации климатических проектов упростили процедуру погашения углеродного следа углеродными единицами, это так называемые процессы в пользу третьих лиц. Ну и, наверное, самое последнее, у нас 9 сентября вступили в силу изменения в наш приказ Минэкономразвития в части критериев климатических проектов и порядка валидации этих проектов. Это тоже все вопросы, которые были направлены у нас на повышение качества этой работы. И здесь мы очень активно работали и с теми, кто уже сейчас формируют климатические проекты, кто уже зарегистрировал климатические проекты, выпустил углеродные единицы, ну и кто только планирует этим заниматься, потому что здесь все стадии этого процесса для нас крайне важны. А вторая часть этого, этого же направления, это так называемое у нас жесткое тестирование углеродных процессов, это Сахалинский эксперимент. Мы сейчас как раз находимся в таком очень интересном периоде, когда мы совместно с правительством Сахалинской области формируем методику по оценке выполнения квот регулируемыми организациями. И фактически с 1 января 2025 года этот механизм, механизм реализации квот и механизм компенсации, скажем так, в том случае, если, если организация превысила квоту именно углеродными единицами, единицами исполнения квот, он начинает у нас работать, потому что до 1 июня 2025 года регулируемые организации, те, кто превысили квоты, они должны компенсировать эти вещи за счет углеродных единиц из климатических проектов из реестра или единицы выполнения квот, если такие будут созданы другими регулируемыми организациями. То есть мы наконец вступи, вступаем в тот период, когда начинает работать рынок углеродного регулирования для нас это очень такая важная, важный этап, важная стадия, потому что здесь мы буквально тестируем каждый шаг. Мы свой, Сахали, правительство Сахалинской области, бизнес и нас, и Сахалинскую область тестируют, потому что здесь очень важно не ошибаться, и малейшие проблемы, которые мы видим, быстро, во-первых, пытаться решить, вернее, фиксировать их, потом пытаться решить. Ну а самое главное, мы потом должны будем понять, как мы это будем распространять, какими технологиями, методами, с учетом проведенного эксперимента на Российскую Федерацию и какие для этого нам необходимы сроки. А то, что касается реестра выбросов парниковых газов, ну это на самом деле все-таки инструментарий, который был создан в прошлом году и которым мы уже второй год активно пользуемся, прошли две отчетные кампании. Сейчас, я напомню, у нас отчитывались эмитенты, которые выбрасывают 150 тысяч тонн СО2 эквивалента в год. Со следующего года у нас начнут отчитываться организации, которые 50 тысяч тонн эквивалента СО2 выбрасывают в год. Это такая достаточно хорошая технология, она сработала. Надо сказать, что мы еще подводим пока итоги второго, второй отчетной кампании, но мы уже сейчас видим, что у нас значительно выросло число отчитывающихся организаций, причем увеличивается число добровольных отчит... добровольно отчитывающихся организаций, что не может нас не радовать, потому что мы понимаем, что это ровно те организации, которые в следующем отчетном году уже будут обязаны это делать, и они тестируют эти вещи конечно нам это важно очень с точки зрения анализа процессов по секторам экономики тем более что мы продолжаем свою работу по подготовке оперплана по реализации стратегии низкоуглеродного развития здесь очень важно учитывать и те процессы которые как я вот рассказывал в самом начале мы получили результаты от реализации первого этапа ВИПВЗ, с одной стороны, с другой стороны, те аналитические материалы, которые мы получаем в ходе отчетных кампаний по выбросам парниковых газов. Ну, вот если самое свежее, то это вот Наверное, об этом. Спасибо. Большое спасибо. Мне кажется, очень важная прозвучала мысль, именно касающаяся вопроса раскрытия информации, да, что качественно раскрытая информация, да еще и с какой-то внешней верификацией, это значимый переговорный инструмент, в том числе и для непростых переговоров. Мне кажется, эта история распространяется не только на климатические риски да, и все, что связано с ними, но и в широком смысле слова в принципе да, на любой формат неценовой конкуренции. Мне кажется, вот запишем это сегодня в копилку инсайтов, да, связанных с SG-прозрачностью. Хороший отчет — это повод, особенно хорошо заверенный, подкрепленный рейтингом, это возможность что-то где-то отстоять и в чем-то кого-то убедить там, где не хватает аргументов. Большое спасибо, Ирина Анатольевна. Движемся дальше с нашим БЛИЦ-опросом. Андрей Байда, вице-президент по устойчивому развитию ВБРФ, методологический центр. Все работает, можно просто говорить. Итак, Андрей, девиз. Ну, я буду, наверное, немножечко более консервативен и грустен в своих оценках. Я бы вот даже так противоречиво бросил, сказав, что ESG-повестка сейчас и какое-то, наверное, обозримое будущее, это как compliance, как KYC такая вот, это с одной стороны хорошо и, 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 и плохо. Плохо, наверное, с той стороны, что ну, вряд ли CEO или там сайт директоров часто встречается с директором по комплайенсу. Это не что-то такое, что находится на первой строчке интересов руководителя организации. Это не самая как бы, горячая и сексуальная вещь из тех вещей, которые может заинтересовать руководителя. С другой стороны, compliance, KYC, там, как угодно его назовите, это вещи, которые так или иначе встроены в... Ну, являются посто постоянным, регулярно повторяющимся бизнес-процессом, от которого никуда не деться и от которого никуда не скрыться. Вот, поэтому плохо, наверное, что э внимание первых лиц э, уходит от повестки целиком. Хорошо, что это является частью э, business as usual и частью большинства бизнес-процессов, которые так или иначе во многих компаниях осуществляются. Что именно сейчас просто расскажу несколько анекдотов по этому поводу. Значит, э, анекдот первый. Э, есть такая замечательная конференция по э, среди эмитентов облигаций, э, которая называется Сибонс Она в Петербурге, по-моему, обычно проходит под Новый год. Вот. И там э, отслеживали тенденции по сессиям по ESG. Значит, если там году в 2018 э, ESG сессия занимала какую-то небольшую комнатку и была такая, типа, на сайдлайнах форума, типа, во второй день для экспертов, все такое, то в 2021 году это была, типа, главная центральная сессия которая, значит, была чуть ли не вот пленаром. Вот. Кажется, что если ты превращаешься в комплайнс, то процесс скукоживания повестки и превращения... Ну, как бы, в общем, есть гипотеза, что через год-два на Сибонс конгрессе в Петербурге, проходящем в декабре, кажется, что ESG-повестка снова будет занимать небольшую комнатку для экспертов во второй день. Вот. Еще из, вот, ну, если просто говорить про вот эту вот аналогию с комплайенсом. Кстати, я надеюсь, что здесь нет никого из, из, из тех, кто занимается комплайенсом, потому что, как бы, я так все в такой немножко уничижительной манере про, про это говорю. Я, я вас очень люблю, если вы здесь есть. Вот. Вы классные, вы очень нужны любой организации. Так вот, связь обратно к вопросам комплайенса. Вот а, в этом году, по-моему, если, если не ошибаюсь, мы, как а, государственная корпорация развития ВБРФ, получили ESG-рейтинг как раз у эксперта РАН. Самый высокий в России, максимальная значит, отметка по шкале разработанный Центральным банком Российской Федерации, выше просто невозможно. Мы, конечно, очень порадовались, сходили на правление, рассказали руководству про это. Вот. И дальше у некоторых руководителей крупных нашей организации возник вопрос, а зачем нам тогда, собственно, продолжать этим заниматься? Ну вот мы, типа, мы выиграли в, лотереи лотерее жизни, да, вот типа все, как бы, вот, ну, сделали и сделали. Вот. И мне и другим руководителям потребовалось какое-то время объяснить нашим коллегам, что это не что-то такое, что ты сделал один раз и забыл. Это что-то такое, что тебе необходимо повторять и доказывать каждый год из года в год и так далее. Вот. Но да, вопрос о том, вопрос о том, что типа не, ну раз уже как бы все уж первое место, все сделали и забыли, нормально хватит. Вот. Еще два тоже быстрых момента, которые хотели, хотелось отметить. Вот как раз, когда мы слушали обзорный доклад в начале, звучал вопрос, связанный с социальными аспектами. Мне кажется, это тоже будет что-то такое, что будет набирать значимость из года в год среди российских крупных корпоратов. Во многом потому что повестка будет ну просто макроэкономические тренды в россии конкретно так или иначе это будет указывать у нас сокращается рабочая сила у нас растет дефицит на рынке труда, работников начинают больше заботиться. Мы, как говорил и президент, и помощник президента Семьян орешки, мы становимся страной высоких зарплат, страной, в которых люди заботятся, компании заботятся о своих работниках, и этот тренд, кажется, будет только нарастать. Собственно, 31 декабря прошлого года... Минэкономразвития выпустила социальную таксономию. Очень надеюсь, что будут эмитенты социальных облигаций по российским стандартам. Вот. Еще Хочется, чтобы, конечно, первым митентом был веб в этой части, но если нас кто-то обгонит, мы тоже будем признательны за значит, активное участие. Вот. Хотя я не знаю, как это можно сделать при 20-й ставке ключевой, но посмотрим. И третий аспект, тоже, который хотелось отметить: это то, что сегодня уже неоднократно подчеркивалось, это аспекты мягкого регулирования Банка России. Эти вещи, как мне кажется, будут только усиливаться, интегрироваться с с теми или иными регуляторными действиями правительства. И вот именно с точки зрения таких вот небольших инициатив по чуть-чуть такой закручиванию, стандартизации, значит, приведения к какому-то единому знаменателю, мы будем только продвигаться дальше Это как страна, как экономика и как ESG-рынок. Вот такое вот у меня мнение на этот счет. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. Дадут ли за это денег? Вот за это постепенное дополнительное закручивание гаек, стандартизацию. Хорошо, а почему ты меня спрашиваешь? Есть, сидит, ну, ну на ты сидишь прямо со мной, пока, пока мы об этом я говорим, повернемся еще Мы, мы можем тоже. дать денег, но дорогих. Вот, э, тем не менее, давайте запишем. Мы можем дать денег. Нет, давайте, но дорогих, это важно. У нас ну, деньги... Да. У нас вот мы приходим к... Мы приходим на, на биржу, занимаем там деньги в виде облигаций. Вот, они сейчас недешево стоят. Да. Вот, поэтому будем занимать дешевле, будем давать деньги дешевле. Ну, так у банка работает обычно. Хорошо, но это все равно слышать гораздо приятнее, чем денег нет. Да, здесь есть коллеги из Минфина. Я думаю, что если дать им микрофон, они могут. Нет, из Минфина нет, есть из Минэка. Ну, не, Минфин в зале, а я в вижу зале. коллег из Минфина в зале. Хорошо, движемся дальше. Хочу передать слово директору департамента экологии и техносферной безопасности ТМХ, Эдуард Гусаков. Ну и в принципе у нас сейчас будет такой блок рефлексии со стороны бизнеса, да, что происходит и что для вас главное, и какие ваши, получаются чаяния, да, вот если формулировать их девизом или ключевым трендом. Пожалуйста, Эдуард. Да, спасибо, Павел. Уважаемые коллеги, ну если отвечать на вопрос «каков может быть девиз?», национальный есть же повестки 2024 -го года, наверное, он должен быть один какой-то выбран, да, и девиз это что-то такое краткое, но вместе с тем емко отражающее основную суть, основную актуальность, наверное, да, происходящий процесс, то мы, наверное, все-таки ответили, что находится он в плоскости буквы Е, да, экология. То есть, наверное, все-таки для нас 2024 год – это год, наверное, сохранения курса на углеродную нейтральность. Я попробую сформулировать, как бы мотивировать свой ответ, почему, да? почему мы так считаем. Мы сегодня уже слушали выступление коллег из Минэкономразвития, да? и вы знаете, что продолжается совершенствование нормативного права базы в этом вопросе. Подготовлен проект федерального закона, да, внесение изменений соответствующих наш основной закон 296. Подготовлен проект а, ряда постановлений правительства, подзаконных нормативных актов, которые продолжают вот эти вопросы оттачивать, совершенствовать, выводить на новый уровень для того, чтобы мы все шли с вами вместе к достижению значит, главной задачи, поставленной перед нами президентом в климатической доктрине. Да, это достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Ну, а перед этим есть и ряд других немаловажных задач. Что еще здесь происходит? Это, наверное, значительный рост климатических проектов. За 10 месяцев есть данные о том, что они возросли на 63%. Появляются новые цифровые платформы, которые поддерживают природно-климатические проекты. Разрабатываются проекты профессиональных стандартов. Разрабатываются стандарты специалистов в области регулирования выброса парниковых газов и специалистов в области климатических изменений. Я не буду повторяться. Действительно, вот коллеги уже из Минэкономразвития рассказали, какая большая работа в этом направлении проводится, и мы ее поддерживаем тоже, соответственно, принимаем в ней участие. Ну и немаловажно, что сейчас формируются единые подходы между участниками БРИКС. Вы знаете, что этот международный альянс, он только расширяется значит, формируются подходы свои, соответственно, совместные в области борьбы с изменением климата. Происходит обмен опытом, лучшими практиками. Поэтому, я думаю, наверное, вот основной как бы, тренд этого года был это тренд на экологию. Этот тренд действительно актуальный. Нам от него, я думаю, не уйти. Он будет только усиливаться, наращиваться. И, наверное, будет один из самых основных в первую очередь. Спасибо большое. Спасибо. Максим. Максим Ремчуков, напомню, директор дивизиона вторичная переработка Сибура. Пожалуйста, ваш опыт, что сейчас говорим? Да, добрый день всем. Ну, я уточню, что я директор дивизиона вторичная переработка, но пока еще и директор по устойчивому развитию, потому что 5,5 лет все-таки большой работы с командой и, понятно, мы ретроспективно какие-то вещи уже смотрим, и работая с нефинансовым раскрытием тоже определенный путь прошли к вопросу. Короче, в, общем, в том месте, в котором я сейчас выступаю, без рефлексии, видимо, не обойтись, уже много коллег высказалось. Вот, и то, что Андрей сказал, что вот типа, а чё, вот первое место заняли, теперь можно остановиться. Но если вы, допустим, остановитесь, то потом те, кто вас будут оценивать, они скажут, а трехлетнего взгляда назад нет. Поэтому вот все-таки три и года. Я-то я за, я не, просто не, ну, я, мне, мне кажется, аргумент для руководителей понятный. Можно на, на один год перестать что-то делать, и потом ты никогда не докажешь, что, что как бы да, в три года назад и больше взгляда нет, и поэтому тебя там, не знаю, на лист ставят или прочее а, Ну, мне кажется, что фундаментально, исходя в том числе и из дискуссии текущего как бы, контекста, который про то, что за вот эти годы, понятно, что вот устойчивое развитие или ESG, как принято говорить, примерно с 2018 года, оно вот шло, 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 нарастала его актуальность, значимость, были понятные стейкхолдеры, не знаю, там иностранные... заемное финансирование было очень диверсифицировано, я бы так сказал. Да, были иностранные игроки, которые эти требования предъявляли, были зарубежные рейтинги, не умаляя до да, наших рейтингов, были компании, которые эти требования предъявляли к вашей продукции, да, то есть был, были другие рынки открыты, да, то есть вот этот вот контекст, он был все-таки несколько иной, да, стейкхолдеров было больше в нашем понимании, и требования у них были, ну и, кстати, это к вопросу, да, что тоже, кстати, Андрей, да, не совсем соглашусь, что это про комплайенс, да, устойчивое развитие ESG, это про комплайенс плюс, Добровольная какая-то амбиция, да, то есть, это устойчивое развитие, про то, что компании делают сверх того, что им предписано делать законодательством или ну, регулирующие органы в тех сферах, к которым устойчивое развитие относится. Но как бы сейчас ситуация другая. да вот Пик этого был где-то конец 2021 -го года. Сейчас мы находимся в конце 2024, и мы видим, что, наверное, девизом на девиз, в нашем понимании, может потянуть под сочетание устойчивое развитие плюс экономический рост. То есть рост с развитием. Знаете, как рост без развития, ну как бы не рост. Да? Вот как сделать так, чтобы в этих условиях э, эту повестку развивать по самым разным направлениям? Я сейчас скажу, что, что нам кажется там, приоритетным. Да? Ну, наверное, все-таки на базе экономического роста, роста инвестиций, создания новых мощностей, новых продуктов, конкурентоспособных. Все равно это вот устойчивое развитие, мне кажется. И мы же это и раскрываем, кстати, да, в финансовой отчетности, большие блоки э, и про продукты тоже появились. Если говорить о том, что нам кажется да, сейчас, то есть понятно, эволюция опять-таки, корпоративное управление в какой-то момент очень значимым, потом экология, климат все разобрались, что экологичность ну, в принципе, мне кажется, более-менее все разобрались, что экологичность того, как вы производите, да, выбросы, сбросы, отходы выбросы СО2, углеродоемкость продукции, это все в, кон в конечном счете влияет на то, а что несет дальше ваш продукт. Потому что компания зарабатывает на, продукт, на продаже либо продуктов, либо, если мы говорим, не знаю, в области полимеров, это решение целое, да, и мы хотим аллоцировать все наши усилия на продукт для того, чтобы он мог это можно было в хорошем смысле монетизировать. Если не дополнительно монетизировать за премию, которую сейчас мы видим, нету за, за эти параметры, то хотя бы оставаться конкурентоспособным. Тут согласен с коллегами из, из Центробанка, мне кажется, Елена Курицына тоже говорила. Ну, то есть это про, наверное, средний долгосрочный горизонт и средний и долгосрочный конкурентоспособность. То, что мы делаем сейчас, аллоцируем усилия, это вот про то, как мы сможем быть конкурентоспособны на вот этих новых рынках, на которых вроде бы как этих требований нет так жестко, они не выглядят такими жесткими, да, как на рынках прежних, к которым мы привыкли. Но тем не менее, конкуренция, это мы сталкиваемся с, со всеми компаниями там, это если говорить про экспорт. Вот, поэтому вот, вот эта эволюция G, потом S, и вот, вернее, I, e, вот мне кажется, теперь e, S, да, social, Опять это контекст внутренний, да, мы видим нехватку кадров, борьбу за таланты, за их привлечение, за удержание. И это про то, что в регионах присутствия, где мы есть, даже, ну, надо вместе с регионами, местными, региональными, муниципальными создавать условия для, для того, чтобы люди, которые работают в наших предприятиях в регионах присутствия, тоже чувствовали себя, ну, комфортно, это достойная оплата труда и так далее. Поэтому, наверное, здесь вот я бы выделил все-таки S, вот нарастающий S, как собственные сотрудники, S как uh, проекты, которые мы поддерживаем, реализуем вместе в регионах нашего присутствия. То есть значимость этого, мне кажется, как раз выросла и будет и дальше расти, потому что еще раз, до 30 -го года, по-моему, 600 тысяч человек нехватка квалифицированных специалистов в обрабатывающих отраслях в России. Это большие, это большие цифры, и Брайт развивает то есть все этапы до да, самого начала, как мы готовим людей, как мы развиваем их, как адаптируем. Все это важно. Поэтому я бы выделил S как часть, которая сейчас важна, и, ну а как девиз, наверное, да, все-таки должен быть рост, да, развитие устойчивого вместе с экономическим ростом в стране. Большое спасибо и сразу же передаю слово Никите Бибику, глава проектного офиса Русала. Ну, собственно, тоже Русал компания, которая есть. Что сказать? Да, по каждому блоку устойчивого развития. Никита, где сейчас приоритеты и что можно вынести на флаг? Спасибо. Ну, поскольку повестка устойчивого развития уже на протяжении 20 лет находится в фокусе внимания «Русала». Для нас девиз лежит на поверхности, и он звучит кратко, емко, создать опору устойчивому будущему. И как раз таки вот это утверждение является основой нашего отчета об устойчивом развитии в текущем году. А из практического подтверждения могу сказать, что в 2017 году мы вывели на рынок бренд низкоуглеродного алюминия, использование которого как раз таки помогает компаниям обществом, странам там, достичь своей цели по декарбонизации. На этом все. Mm. Ну вот э, это как раз то, о чем только что говорил Максим, да, то есть вот э, устойчивое развитие встроенное в продукт, оно да. дает деньги, дает оно дополнительные деньги, новые рынки. Вот. Да, конечно. Это, короткий конечно. комментарий, может какой-то скажете, и, как, и, как и, это именно произошло? Осо... Вот осознанность потребителя, осознанность обществ и стран, которые поставленные, например, регулирующими органами, либо добровольно взятыми обязательствами. Вот это двигает развитие ESG-повестки в странах. Не только в компаниях, а именно в странах. Хорошо, спасибо большое. Ну, собственно, первый час нашей дискуссии завершился. Вот мы описали ландшафты, хорошо, что прозвучало несколько таких достаточно простых и практически применимых идей. Мы их все резюмируем по итогам наших заседаний и конференции для того, чтобы потом можно было еще спокойно на все это посмотреть и осмыслить. И сейчас давайте тогда коснемся еще нескольких вопросов, которые мы успели поднять, но не успели в них погрузиться. Хочу снова обратиться к Виктории Степаненко. Э -э -э давайте вот вернемся к гармонизации такой международной, да, всего, что происходит у нас, и вот этого достаточно уже широкого веера и регулирование и стандартов которые фактически применяют российские компании российский бизнес как вот регулятор сейчас смотрит на то ну собственно что нам делать да как стране как сближаться и по стандартам и вообще нужно ли это делать и где вот эти приоритеты этого самого сближения? Ну, на самом деле э, диктует э, нам повестку с точки зрения сближения как правило бизнес потому что мы сегодня увидели двух ярких представителей компании э, реальной экономики которые говорят о том что да действительно спрос на э, продукцию либо на услуги либо на технологии которые были сделаны с учетом всех вопросов устойчивого развития с учетом повестки в рамках социального фактора влияния на экологию на окружающую среду это имеет значение в контексте взаимодействия с, с странами партнерами. Ни для кого не секрет, что многие из стран-партнеров, если даже и не ставят цель по своей углеродной нейтральности с точки зрения собственной производимой продукции, то как минимум начинают предъявлять достаточно серьезные требования к вопросам, связанным по цепочке поставок. То есть, если я сам что-то сделать еще не готов, то я точно буду выбирать для себя тех контрагентов, которые несут в себе меньший углеродный след и меньшим образом негативно влияют на мое представление и в рамках государственной политики, и в рамках собственного углеродного следа. В этом смысле мы действительно являемся таким, наверное, одним из важных игроков и пытаемся обсуждать эти вопросы с зарубежными странами-регуляторами, и ЕСБ и, и БРИКС. Из важных исследований, которые мы провели, это был опрос Центральных Национальных Банков ЕСБ относительно учета вопросов устойчивого развития компаниями финансового сектора этих государств. С радостью, наверное, можно отметить, что Россия в этом смысле является, ну, если не лидером, то, наверное, тем государством, которое задает вектор. По тому, какой, каких стран мы брали в скоб этого анализа, это были Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. И, в общем, наверное, из всех стран Армении и Беларуси находятся в стадии формирования этой повестки. В остальных странах, так или иначе, этим вопросом уделяется отдельное внимание, но мы видим, что мы можем стать. Не знаю, как насчет локомотивом, но точно тем государством, той страной, которая в состоянии предложить своим партнерам какие-то уже наработанные практики, какие-то наработанные решения. Действительно, у нас создана вся инфраструктура, весь инструментарий у нас созданы различного рода варианты, так скажем, раскрытия информации в области устойчивого развития, как компании производственного сектора, так и с точки зрения инвесторской истории. Поэтому здесь у нас есть точки соприкосновения есть над чем работать. В отношении обзора, кому будет интересно, он размещен на сегодняшний день на сайте Банка России в сети интернет, поэтому с ним однозначно можно ознакомиться. Из того, что мы сделали за последнее время, что тоже представляет интерес, мы стали членами партнерства ЮНКТАТ в области устойчивого развития под эгидой ЮНКТАТ. Партнерство разрабатывает общие подходы к раскрытию информации в области устойчивого развития. Мне кажется, что мы на этой площадке будем достаточно активно взаимодействовать на пространстве стран-членов член, стран, СНГ. И из такого знакового, наверное, события позавчера на значит, 3, 3 октября состоялось заседание Партнерство на площадке ЮНКТАТ и, в общем-то, рекомендации Банка России о предоставлении финансовыми организациями, потребителям, информации о продуктах устойчивого развития, были отмечены номинации на первое место. То есть нам кажется, что это такой достаточно неплохой шаг. И это свидетельствует о том, что все страны говорят достаточно активно о взращивании того самого ответственного инвестора действительно от того, кто какой формирует спрос, будет зависеть то, как повестка дальше продвигается. Потому что в отсутствии спроса на любую информацию невозможно ее генерировать. Ну, то есть, когда можно дать продукт, но мы понимаем, что этот продукт некому потреблять. Поэтому здесь важно воспитывать того самого потребителя. Об этом говорит и Русал, об этом говорит Московская биржа, мы об этом говорим в рамках повыш... вопросов повышения капитализации финансового сектора, как нам формировать осознанный спрос инвестора, развитие это очень много про сторону инвестора про его осознанность поэтому здесь я думаю нам с вами предстоит достаточно большая работа будем пытаться ее сделать в том числе на площадке наших стран партнеров большое спасибо можно еще короткий такой немножко, наверное, провокационный вопрос. Вот когда идет речь про любое международное сотрудничество, ну и, например, там на примере БРИКС, вот нам очень близкий пример, да, это единое рейтинговое пространство. Там очень много всего говорят, и каждый участник в конечном счете говорит: да, отлично, мы двумя руками за. Давайте возьмем наш национальный стандарт, и вы его просто все примете, и будет у нас прекрасная гармония. Вот если здесь такая проблематика, ну и по сути такой пока не сдвигаемый камень, даже каждого ну каждой страны ну, прота протащить и продавить свои подходы и стандарты как как бы такие предположительно единые мы страдаем от этого или наоборот мы как раз и продвигаем их но я бы сказала, что от этого можно пострадать в условиях, когда во всех странах все есть, все работает прекрасно, и каждая пытается перетянуть идеал на себя. Здесь, наверное, мы находимся несколько в иных условиях. У нас есть чуть больше, чем, может быть, в каких-то наших странах-партнерах, поэтому здесь мы идем по пути, что мы можем предложить. Самая, наверное, безболезненная область – это действительно тема раскрытия информации, потому что здесь любое государство, любой сектор рынка, вне зависимости от того, это финансовый рынок, это реальная экономика, все говорят о том, что информация должна быть, она должна быть релевантной, она должна быть подтвержденной и она должна быть максимально гранулированная для того, чтобы принимать решения в области управления рисками, инвестиционные и прочее, прочее, прочее. Поэтому с точки зрения информации, наверное, здесь надо… Наше взаимодействие может быть чуть более простым. Чуть сложнее а, с вопросами митигации и адаптации, когда мы говорим о том, что может быть нам разработать какую-то там единую таксономию проектов устойчивого развития либо адаптационных проектов, здесь сложнее, потому что у каждого государства свои национальные задачи, свои национальные проекты. Кто-то говорит о том, что я буду больше вкладывать возобновляемые источники энергии, кто-то говорит о том, что для меня важно леса высаживать, кто-то говорит о том, что мне необходимо необходимо сооружения строить. Поэтому здесь, наверное, вот это та дискуссия, которая сегодня ведется на площадке стран-членов БРИКС. И здесь, нам будет чуть сложнее. И действительно, мы сегодня в рамках работы по подготовке КОП, о чем уже говорил господин Юрген, пытаемся выработать подходы по тому, что является переходным финансированием и какие проекты мы будем закладывать в переходное финансирование стран-членов БРИКС. Здесь чуть сложнее, но почему-то кажется, что какой-то определенный скоп этих проектов можно выделить Большое спасибо. Ну и, собственно, чтобы нам не уходить от разговора про стандарты и стандартизацию, я хочу передать слово Ирине Филипповой, заместитель директора Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития. Ирина, пожалуйста, поделитесь, собственно, что сейчас да, как бы делает Минэк, вот, разработав стандарт отчетности об устойчивом развитии, что, что делать дальше. Ну и в том числе, если вы можете тоже коснуться вопросов какой-то международной гармонизации и того, к чему готовятся и пользователи информации нашим да и нашим компаниям которые докладывают о своих успехах в области устойчивого развития собственно по этой линии пожалуйста коллеги, уважаемые участники, добрый день. Действительно, дискуссия достаточно важная. Все чаще в последнее время мы слышим про ответственный бизнес, про ответственное ведение бизнеса. И не только с точки зрения экологии, да, но и с точки зрения еще и социальной составляющей. Поэтому... При этом ответственный бизнес, он стремиться больше к открытости и а, публичности. И такая открытость а, с точки зрения устойчивого развития она реализуется как раз-таки через а, нефинансовый отчет, а, нефинансовую отчетность. А, ранее мы уже обсуждали на разных площадках, когда-то у нас был а, законопроект а, на тему нефинансовой отчетности, где планировалось установить достаточно там, четкие, жесткие обязательные а, требования, а, но при этом в прошлом году в правительстве приняли совместное решение, что на данный момент каких-то жестких требований мы не будем устанавливать, поэтому законопроект отложили и идем по пути такому более мягкого регулирования. При этом вот не так давно да, Московская биржа установила требования о раскрытии нефинансовой информации, но при этом у компании да, сохраняется право раскрывать ее в соответствии с удобными ей стандартами, которые выберут в формате удобных для каждой конкретной компании документов. Однако, как мы видим, что все-таки отсутствие каких-то общих подходов, да, пусть даже и не обязательных к применению а добровольных, к, сам, к составлению отчетности об устойчивом развитии, да, к ее заверению, к методологию расчетов показателей, да, для того, чтобы они были более как-то сопоставимы и понятно, как рассчитываются не повышает доверия к такой отчетности, поэтому мы здесь своим вот стандартом предлагаем закрытие этот пробел. При этом к нам и поступал запрос от бизнеса для разработки такого системного документа после издания нами в прошлом году, в ноябре прошлого года методических рекомендаций. Вот спасибо Елене там, за приведенную тоже статистику. Мы также мониторили их применение и считаем, что поскольку мы только в конце 23 года их выпустили уже там, треть компании за в отчетности за 23 год их, их использовала это достаточно в общем то хороший тренд поэтому далее к нам вот был запрос на проработку добровольного системного документа безусловно мы не живем в каком-то вакууме да, мы ориентировались при разработке на международные стандарты которые наиболее часто у нас применяются это стандарты GRI, UNCTAD, новые стандарты Фонда МСФО мы аккуратно старались включить основные положения с такой Российской нашей спецификой. То есть особенность нашего стандарта по раскрытию информации, мы предлагаем раскрывать также информацию о вкладе компании в достижение национальных целей развития и о вкладе в социальные программы, в развитие общества. И предлагаем раскрывать не только затраты, какие-то финансовые показатели в этой части, но и отражать эффект непосредственно да, тех мероприятий, которые были проводились, о тех затратах, которые осуществили да по тем трем направлениям да, экономика социальная составляющая и вопросы связанные с управлением в компании. Для доверия к отчетности, здесь уже прозвучало да, о том, что необходимо все-таки некое заверение этой отчетности, есть два пути, это заверение аудиторскими организациями да, и общественное заверение, это два таких института, они не взаимозаменяющие, я бы сказала, они там, существующие одновременно, у них есть некие, немножко разные принципы подхода к заверению информации, но оба они достаточно важные для того, чтобы к отчетности можно было с большим доверием относиться и использовать ее контрагентами для принятия решений, для взаимодействия с компанией, для выстраивания коммуникаций стандарт можно применять фактически любыми организациями. Мы видим, что не так много у нас раскрывают нефинансовую отчетность, поэтому он достаточно универсальный. Конечно, в основном это актуально для публичных компаний, для компаний банковского сектора, организации связи и при публичном размещении на бирже, но это не ограничивается перечень таких компаний. Мы рекомендуем все-таки компаниям более активно раскрывать сведения, которые бы позволяли оценить ведение этику ведения бизнеса, заботу там, окружающей среде, о сотрудниках, о внешней среде, имея в виду внешнее сообщество, города присутствия. А, то есть показать, а, какую реальную приверженность принципам устойчивого развития компании реализуют в своей деятельности. Ну и о планах на будущее. Да, до конца года мы предполагаем внести а, этот документ в правительство. У нас сейчас проходят процедуры согласований. Недавно завершился а, процесс а, публичного обсуждения на regulation нам также представили некоторые предложения которые мы сейчас рассматриваем и думаю, возможно будут небольшие корректировки по пожеланиям которые к нам пришли а относительно вот второго вопроса который да, проговаривали по международной повестке действительно сейчас есть заинтересованность да, и среди государств. Вот, Виктория уже говорила о том, что а, на площадке ЮнгТАТ а, организована а, евразийская группа а, государств. Не так давно было заседание, на котором тоже обсуждались вопросы, связанные с составлением нефинансовой отчетности, со стандартами и с сближением подходов по этому вопросу. Но пока каких-то таких сутевых да, шагов еще не сделано, Это мы приглядываемся друг к друг другу, кто по какому пути идет и как нам эти пути канализировать вместе. Спасибо большое, Ирин. Ну, давайте тогда, как бы завершая опять такой верхний взгляд на стандарты, слово передадим Андрею Бади Андрей, ну вот веб, методологический центр, да, уже сильно помог нашему рынку. Собственно, вопрос следующий, да, куда сейчас приложен основной вектор методологических усилий, чего вы ждете от этих усилий. Ну и, может быть, еще коснувшись нашей такой тематической повестки, да, про, может быть, пора упрощаться, позволит ли сейчас вот это наше формирование, ну, такой уже полностью национального ландшафта, да, и методологии, и стандартов, упростить компаниям жизнь, чтобы вот на слайде, что и как применяется в отчетах об устойчивом развитии, чтобы столбиков у нас было не 10, а, например, 3, да, но при этом мы понимали, что эти 3 гораздо лучше, чем 10 стандартов, которые применяются сейчас. Спасибо большое за вопрос. Я перед тем, как на него начну отвечать, скажу Ирине, что Ирин, мы раскрываемся по вашим метод рекомендациям, мы будем раскрываться по стандарту, как только он будет готов, вот. И также всем рекомендую делать также. Значит, по поводу того, что сейчас находится в работе, мне кажется, у нас не хватает последнего кусочка пазла, связанного с регулированием, по крайней мере, финансов устойчивого развития финансовых инструментов и это создание здесь как бы тут важна как раз инициатива центрального банка и важна инициатива минэкономразвития, где мы стараемся помочь по мере возможности это сделать систему регуляторного стимулирования для проектов устойчивого развития для зеленых и социальных проектов, похожее на ту что сейчас уже действует для проектов технологического суверенитета. Несмотря на тяжелые условия там, поставки, за последний год существования системы собственно, регуляторного стимулирования проектов технологического суверенитета, таких проектов уже больше полтриллиона рублей. Это достаточно много. вот Поэтому я думаю, что если мы как-то еще что-то сделаем для зеленого и социального в этой части, то это по-настоящему позволит переориентировать кредитные организации на распределение ресурсов туда, где это по-настоящему важно для государства и для повестки устойчивого развития в том числе. Отвечая на второй вопрос по поводу упрощения или чего-то еще. И, кстати, вот возвращаясь к тому, о чем Виктория говорила, ну, во-первых, достаточно очевидно, что все российские стандарты самые лучшие. Думаю, с этим никто не будет спорить. Абсолютно. Вот. Да? вот. Тем более вышедшие из-под пера Минека и Банка России. Тут, тут как бы очевидно, что они самые лучшие, как бы и, очевидно, все другие страны нам должны завидовать и наши стандарты перенимать в этой части. Вот. И, ну... Нужно ли что-то в этой части упрощать? Не знаю, это, это вопрос эм, эм. Вопрос в первую очередь, как бы учет национальных интересов. Вот сейчас выйдет стандарт в части отчетности об устойчивом развитии. Посмотрим, как он будет восприниматься. Но очевидно, та работа, которая делается, в первую очередь призвана сделать такой стандарт, по которому российским эмитентам и не только эмитентам было бы раскрываться с одной стороны удобно, с другой стороны полезно и важно для учета того, что важно знать российским стейкхолдерам. Спасибо большое, Андрей. Хочу снова передать слово Елене Курицыной. Елен, давайте еще раз тогда коснемся как бы роли и места биржи, да, в связи с того, что мы обсуждаем. Но вот мне кажется, вот это важный контекст отношения и к раскрытию, да, и к наполнению всей этой работы, как бы это вот комплайенс, ну, например, теперь еще и в том числе ради биржи, или это чуть больше. Вот как вы, да, общаясь с эмитентами, видите их и целеполагание, и и готовность что-то раскрывать, или нежелание что-то раскрывать, и, собственно, как свою вот инфраструктурную роль в этой части вы как бы формулируете и реализуете. Да? Вот чтобы ну, понятно, все мы хотим, чтобы это было, конечно, больше, чем комплайенс. Вот это, мне кажется, очень да, хорошее такое целеполагание. Да, Павел, спасибо большое. Но мы здесь свою роль видим в двух аспектах, немножечко заставлять, но при этом много помогать. И э, я не думаю, что мы точно можем сделать вывод о том, что сейчас это и, и, и до сейчас, сегодняшнего момента это было, были какие-то галочки, потому что требований никаких не было. И несмотря на отсутствие требований, э, в, в декабре 2023 -го года мы нашу компанию опрашивали больше восьмидесяти процентов компаний такую отчетность составляли, и больше 85 из тех, кто составляли, ее раскрывали. То есть говорить о том, что сейчас это будет что-то ради галочки, чтобы удовлетворить требования биржи, наверное, нет. Безусловно, когда мы дискутировали вопрос о том, чтобы ввести требования, уже требования в правила листинга, было достаточно много непонимания со стороны как раз тех компаний, которые уже это делают. И вопрос звучал именно так: но если мы уже это делаем, зачем вы как бы хотите через правила листинга нас к этому нас это заставлять? Что у нас тоже на самом деле очень понятная позиция? Компании, как правило, это начинали делать компании-экспортеры в первую очередь, да, компании с большим количеством иностранных инвесторов, у которых а, был двойной листинг, потому что был соответствующий запрос а, со стороны либо пула иностранных инвесторов, либо со стороны а, тех партнеров, которые являлись а, приобретателями продукции наших компаний, экспортеров, либо же каких-то над, наднациональных объединений, членами, отраслевых, членами которых а, были наши предприятия. Но что мы видим: у нас за последние там, ну, чуть, менее, чуть менее двух лет, с декабря 2022 года, на публичный рынок вышли 20 компаний, на публичный рынок акций, вышли 20 новых компаний. И почти все они, почти за небольшим совсем исключением, почти все они являются имитентами первого и второго котировального списка. И у них уже, в силу того, что они выходили, ну скажем так, в новых условиях да, на публичный рынок, у них этой культуры, традиции, у них этой истории нет. Получается, что наоборот, у нас часть рынка уже вовлечена в раскрытие такой э, отчетности, в такой информации для инвесторов. А вот это вот как раз новая э, часть публичного рынка, э, не, не, не всегда мы видим их э, ответственное отношение к данным. Вопросом. Как раз нам, как нам казалось, необходимо настроить этот баланс, необходимо, чтобы инвесторы всех компаний, тех, кто был публичными, так скажем, до 2022 года, и тех, кто стал публичными после возобновления, скажем так, активной работы на публичном рынке, чтобы они были в равных условиях, в равных условиях информирования своих инвесторов не только о финансовых, чисто финансовых показателях, но и о том, каким образом решаются вопросы устойчивого развития. Собственно, вот такой мотив был у Московской биржи основной движущий. Да? При, при, этом, при этом мы слышали от многих компаний запрос, ну тогда э, давайте, э, с одной стороны нам говорили ни в коем случае не говорите по каким стандартам, и мы, собственно, пошли по этому пути, с другой стороны мы слышали от многих компаний запрос, ну тогда выберите какой самый правильный, мы будем по нему делать. Ну, выбрать действительно невозможно, мне кажется, ответ все-таки э, на вопрос э, про, про стандарты пора упрощать. Я не думаю, что пора упрощать но точно пора как-то сводить их к какому-то конечному количеству на какой угодно базе. Но все равно все так или иначе на каком-то горизонте ожидают стандарты МСФО по устойчивому развитию. Видимо, мы все тоже рано или поздно к этому придем, потому что страна не закрывается, экономика не закрывается, и партнеры с Востока точно так же придут к стандартам АФРС, как и партнеры с западных рынков. Просто, может быть, это будет через там, один или два года, но все равно мы к ним будем вынуждены перестраиваться и подстраиваться под них. Вот, поэтому э, мы приняли решение, что мы не будем рекомендовать какие-то конкретные стандарты, и уж тем более не будем пытаться писать какие-то новые, еще какие-то стандарты московской биржи, тем, тем более я полностью согласна с Андреем, невозможно написать лучше, чем наши регуляторы, не стоит даже пытаться. Вот, поэтому мы э, говорим о том, что, уважаемые компании, выбирайте э, то, что вам э, нравится, выбирайте то, что наиболее лучшим образом подходит для описания именно вашего бизнеса. Опять же, возвращаясь к нашим компаниям новой так, экономики, как мы между собой называем, у нас только одна добывающая компания за два года вышла на публичный рынок. Остальные — это либо финансы, либо технологические компании, либо новая фармацевтика. То есть, безусловно, для них будут показаны, может быть, какие-то другие стандарты, не так сильно связанные, не так сильно акцентирующие внимание на вопросы климатических, климатические на вопросы выбросов и так далее. То есть у них какие-то будут другие аспекты более важными. Второй, наверное, аспект, который для нас, как для инфраструктурной организации, характерен это безусловно выделение и поддержка развитие инструментария финансирования устойчивого развития финансирования устойчивого развития здесь безусловно лидерская роль принадлежит банку России мы воспринимаем те стандарты те то регулирование которое банк России еще в прошлом году создал у нас, как вы все знаете, есть сектор устойчивого развития на Московской бирже, и несмотря на то, что вот продолжается вроде как дискуссия, да, вот это вот, как я, которую я обозначила как сохранить или оставить, тем не менее в 2024 году у нас этот сектор пополнился целым набором новых выпусков облигаций на почти 33 миллиарда рублей. И я ожидаю, что до конца года он еще может увеличиться. И что самое приятное мы, если предыдущие все облигации уже были нам знакомы и известны с точки зрения вида, их зеленые, социальные, национальные адаптационные проекты, то сейчас мы начинаем дискуссию с одним из эмитентов относительно выпуска облигаций климатического перехода. Это наиболее сложный, это наиболее сложный вид облигаций в сфере финансирования устойчивого развития. Очень надеюсь на то, что этот проект у нас удачно, успешно будет завершен. Такие облигации увидят своего инвестора, а наши инвесторы увидят такие облигации. Ну и, безусловно, очень важным, тоже, это, это тоже наша инфраструктурная роль, необходимо не просто, чтобы мы совместно с компаниями, совместно с банками такие облигации делали, необходимо то, о чем Виктория говорила, как элемент создания осознанного спроса или хотя бы интереса или хотя бы понимания у инвестора, нам еще необходимо до инвестора доносить эту информацию. Сейчас, да, у нас есть этот сектор но э, информация о нем где-то в недрах сайта биржи есть. Рядом Если... с комплайенсом, видимо. Где-то, где-то, да, где-то где -то. где -то, да, где -то на той же страничке, где Compliance. Вот. И мы сейчас прорабатываем вопрос для того, чтобы маркировать ценные бумаги и у нас на сайте, и в, в тех приложениях брокерских, в которые, которые непосредственно смотрит человек, когда, покупает, когда нажимает кнопочку купить, чтобы облигации, которые включены в сектор устойчивого развития были соответствующим образом одной буковкой промаркированы, чтобы все понимали, что это не просто облигация с каким-то купоном, да, с, с каким-то сроком обращения, что это облигация, включена в сектор устойчивого развития. Буковка у нас предполагается английская с от слова, как нетрудно догадаться, sustainability. Ну, наверное, все сейчас, если какие-то вопросы будут еще. Ну пока давайте будем двигаться дальше. Большое спасибо за все, что вы рассказали. Но ну, мне нравится, что вот все-таки запятая вот в этой сложной фразе, да, она на нужном месте стоит, и поэтому мы все смотрим с оптимизмом на происходящее коллеги, значит, у нас теперь опять время поговорить бизнесу, да, и кроме тех вопросов, которые я сейчас к вам адресую, да, мне кажется, уже накопилось достаточно много какой-то фактуры, которую тоже можно чуть-чуть отрефлексировать, если на то возникает желание. Поэтому я буду признателен, если каких-то аспектов, вот, из обсужденных с регуляторами, с биржей, да, вы также коснетесь. Далее я хочу снова передать слово Эдуарду Гусакову. Напомню, директор Департамента экологии и техносферной безопасности безопасности трансмаш-холдинга. Эдуард, ну вот мы успели поговорить с вами про снижение углеродного следа, да, и вот если чуть, наверное, больше конкретики, да, как вам кажется, какие сейчас инициативы наиболее актуальны, ну и как о них, наверное, лучше всего тогда и рассказывать, и отчитываться, да, для того, чтобы это работало на компанию в том числе. Да, спасибо большое. Ну, отвечая на ваш вопрос, Павел, я позволю себе, пользуясь случаем, напомнить что компания Transmash Holding это ведущий производитель и разработчик рельсового транспорта на территории СНГ. Значит, номер один. Мы входим в пятерку ведущих таких разработчиков в мире. Производим как городской рельсовый транспорт, это вагоны метро, электропоезда, так и пассажирский транспорт, локомотивы, промышленные, пассажирские и так далее а также трамвай. Ну и занимаем где-то порядка, наверное, 80% всего рынка. О чем почему я это говорю? Я говорю о том, что у нас существуют партнерские отношения с примерно 30 государствами. Да? И мы с ними работаем, поставляем там свою продукцию туда. Разумеется, нам, конечно, не чужды вопросы международной стандартизации, мы здесь очень четко придерживаемся всех этих стандартов. У нас разработаны и все необходимые и доктрины, и политики, значит, в холдинге. Сейчас мы активнее стали работать со стороны БРИКС, заключили международные контракты по поставке пассажирских вагонов в Египет несколько тысяч заключили договор значит, о создании производства в Индии, это электропоезда. Ну, то есть мы здесь только углубляем, так свою свои финансовые, так сказать связи да, с этими странами и надеюсь, это будет дальше продолжаться. Соответственно, действительно, к нам предъявляются определенные требования по прозрачности, значит, в которых там хотелось бы коллегам видеть действительно и все необходимые элементы, так сказать, устойчивого развития. Я считаю, что то, что произошел у нас некий сейчас поворот на юг, глобальный на восток, это никак не говорит о том, что актуальность ЕСЖ, она уменьшается. Нет, на мой взгляд, повестка ЕСЖ, она так или иначе все равно будет актуальной, будет только нарастать. Я думаю, кстати, в России а, здесь а, такое существенное как бы, значение надо а, и, и признательность высказать экспертам, которыми этим занимаются. Да, ЕЖИ Альянс, это экспертного совета при Минэкономном развитии. И постепенно повестка ЕСЖ, она устойчивого развития, она проникает и в образовательные учреждения, высшее профессиональное образование, среднее. Постепенно налаживаются механизмы по вовлечению вот в эту повестку и малого среднего предпринимательства. Что касается Transmash Holding, то в этом году мы приняли решение о разработке первого отчета об устойчивом развитии компании за 2024 год. Это действительно нужно и нашим партнерам, и нашим заказчикам, которым не безинтересно да, вот эти все моменты, которые как бы, потом находятся в отражении в конечной продукции. Но кроме того, мы действительно занимаемся много вопросами экологии, о чем я говорил, но не меньше занимаемся вопросами социал. Большое значение у нас уделяется новой культуре производства, мы так ее называем, да, НКП. Это что такое? Это не только улучшение производительности труда, это улучшение условий труда. Огромные деньги инвестируются и тратятся на создание новых условий труда для того, чтобы повысить удовлетворенность работников, обеспечить снижение уровня травматизма, ну буквально в чем это выражается, да, мы ремонтируем не только рабочие места, душевые, столовые, вот приводим все это соответственно, чтобы людям было просто приятно приходить на работу. Газоочистка, вентиляция, отопление – очень, очень большие деньги. Холдинг сейчас вкладывает туда, значит, куда приходят просто люди работать для того, чтобы Уходя с работы, они хотели туда вернуться. А, ну, мы тоже, мы слышали, да, что завтра у вас существует, будет, вернее, экологическое мероприятие с выездом. Спасибо вам за приглашение, и мы, Павел, обязательно поучаствуем, да. Наших тоже коллег попросили, они с вами туда будут выезжать. Потом это прекрасно, обменяемся. еще не поздно. Да, еще не поздно записаться, тем, уважаемые коллеги. А мы со своей стороны тоже, кстати говоря, организовали такое мероприятие экологическая с выездом в городе Тверь на базе одного из наших флагманских предприятий. Это Тверской вагоностроительный завод, да, который производит все пассажирские вагоны в Российской Федерации. Тоже, значит, соответственно, с нашими общественниками вот такое мероприятие провели. И в качестве такой небольшой компенсации нашего углеродного следа, который, конечно, мы тоже оставляем, тоже высадили дубы. Вот. Соответственно, я думаю, что в этой части такие мероприятия тоже, конечно, будут у нас продолжаться, будут регулярными. Я думаю, это правильно, как бы как, скажем так, часть деятельности экологически ответственной ориентированной компании. Спасибо большое. Спасибо большое, Эдуард. Дальше хочу слово передать Никите Бибикову, главу проектного офиса «Русала». Никит, ну Русал, собственно, он входит в топ компании наших лидеров да, с точки зрения качества раскрытия информации, нашего рэнкинга ESG прозрачности. Может быть, вы сможете поделиться с нами, как вы сейчас смотрите на такие важные тренды да, с точки зрения раскрытия, что и почему вы ставите в отчет, что считаете важным, обязательно поставить, да, и к чему нужно стремиться тем, кто вот ну, сейчас, например, только размышляет и о формате, и о наполнении своих отчетов об устойчивом развитии, или, если даже брать чуть шире, в принципе, про материалы, которые сопровождают вот информирование об устойчивом развитии компании. Да, хорошо, спасибо. Ну, повторюсь, как компания с опытом более 20 лет в области подготовки и публикации отчетов в области устойчивого развития. Мы приветствуем э, национальный стандарт в области отчетности и всячески будем поддерживать э, любое раскрытие зеленых, зеленых инициатив, любые инициативы, которые мы проявляем в компании, те же самые там высадки деревьев, модернизации производств, повышение энергоэффективности, реализация климатических проектов. Вот, например, в текущем году мы реализовали четыре климатических проекта, три из которых являются технологическими, а один из которых является природно-климатическим. Выпустили уже, например, углеродные единицы, которые нам позволили компенсировать углеродный след нескольких крупных форумов. Форумы являются международными. Некоторые форумы даже будут компенсированы, вот, например, форум нефтегаз Сахалина, о котором мы, я вам сейчас расскажу, он с точки зрения климатической повестки является важным, потому что именно на этом форуме в прошлом году для 35 регулируемых региональных организаций были установлены квоты на выбросы парниковых газов. И вот как раз-таки этот форум мы компенсируем в этом году. И с точки зрения того, что пожелать другим компаниям в области раскрытия, я, наверное, пожелаю... Вып реализовывать некие действия с точки зрения зеленой повестки, а потом просто их освещать. И если можно, еще тогда вот чуть предметнее вопрос про ожидания от национального стандарта и относительно того, как его появление ну, повлияет или наоборот не повлияет в хорошем смысле слова да, к организации работы компании, связанной вот с раскрытием информации. То есть вы ждете, что он органично ляжет на ваши уже сформированные рельсы раскрытия или где-то вы чувствуете, что можете споткнуться и в том числе, что это можно, этого можно как-то избежать пока вот, собственно, все интересанты у нас даже сидят рядом. Мы считаем то, что он достаточно органично ляжет. Мы его всячески приветствуем, поскольку он учитывает передовые тенденции нефинансовой отчетности, в том числе принципы новых э, стандартов МСФО, ISSB, и поскольку этот стандарт э, охватывает более широкий, круг компаний он позволит нам понять вот именно вклад бизнеса в социально экономическое развитие России нам даже интересно будет посмотреть и, там сравниться с другими компаниями понятно спасибо большое а, Максим нам с вами сейчас предстоит как-то резюмировать уже нашу дискуссию вы вот мне кажется дали нам очень хорошую вот эту метафору да, что наша такая общая цель это чтобы быть выше чем просто комплаенс и под таким углом, да, и под такой точкой зрения на все это смотреть, но э, я прошу вас О, как праздник. Праздник у нас <laughs> начинается, видите, это неспроста. Прошу вас, тем не менее, поделиться э, взглядом на, ну вот, внимание, что ли, да, и приоритеты раскрытия информации, которые вам, да, как компании, как, как Сибуру важны, и в том числе с учетом, может быть, ключевых стейкхолдеров, да, вот как вы сейчас смотрите на свою отчетность об устойчивом развитии, на ее продвижение, для кого это все сейчас делается, да, это для новых рынков, это для клиентов это для сотрудников и так далее ну и пару слов тоже про национальный стандарт а, ну по, ну про национальный стандарт мне кажется уже в принципе достаточно емко все сказали понятно что он достаточно полный и он точно обеспечит там сопоставимость данных разных компаний то о чем там отчасти никита сказал нам кажется что точно как по аналогии с джераем здесь будет и у стандарта, наверное, она заложена, мы надеемся, что она заложена, какая-то гибкость, которая будет про что? Про его эволюцию, изменение метрик, дополнение метрик, да, в связи с тем, что, ну, контекст развивается, то есть, скорее всего, там в стандарте, наверное, сейчас есть какие-то места, которые связаны, не знаю, может быть, с чувствительностью раскрытия для компаний больших, да, вообще для любых компаний раскрытие, например, объема инвестиций, не знаю, в организационные проекты, да, то есть насколько сейчас это может быть критичны или нет для компаний, которые будут делать соответствие стандартам. То есть как база отлично шаг первый важный по стандартизации, унификации. Я здесь, кстати, не очень поддерживаю слово упрощение, что упрощение ⁇ это обычно же про что, про, ну как бы, на сложный вопрос люди, как правило, ждут какой-нибудь простой ответ. Но так не работает в жизни. Тема здесь сложная, раскрытие да, в таком формате тема тоже сложная, и поэтому здесь скорее не про упрощение, да, а вот еще раз про стандартизацию, унификацию и гибкое реагирование потом на то, как будут меняться в том числе для компании внешние условия, внутренние, оценка рисков и так далее. Но то, что это приведет к сопоставимости, можно будет сравнить себя по единым метрикам, да, с другими компаниями, но ну, мне кажется, это точно да. но ну, вот, кстати, вот мы смотрели в этом году на раскрытие социальных инвестиций другими компаниями, и тут пример про что вот не знаю у одной компании социальных инвестиций на 10 миллиардов рублей и она в рейтинге очень высоко, а у другой компании почему-то на эту тему посчитали сами те, кто рейтингует, там не знаю на 600 миллионов рублей. И вот здесь вилка, ну вилка после того, как мы туда углубились. Мы туда углубились, посмотрели, что раскрывают другие компании и выясняется, что, например, вот такая сфера как поддержка спорта. Значит, Поддержка профессионального спорта любого, который входит в топ-3, в топ не знаю, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол в России, ну, это мы понимаем, что это миллиард рублей. Да? Это, и, и в основном 70% это зарплаты спортсменов, легионеров из дружественных и, и, и недружественных географий. Да? Вот. А, значит, и там миллиарды. А положить поле в регионе присутствия на новом стадионе искусственное, ну там будет это, не знаю, 7, 8, 10 миллионов рублей. Вы таких полей положили 5, у вас 50 миллионов посчитали, а там зарплаты. То есть вот просто конкретный пример, да, что и, и там, если так вот углубляться, то в принципе здесь ну, определенной степени волюнтаризм. Кто-то туда взял и, не знаю, расход на ДМС заложил, а кто-то не сделал, то, что он считает, что это обязанность работодателя. То есть вот если это приведет к стандарту, а он должен привести к унификации хотя бы в этой площади, будет супер. Теперь, что, что мы видим, да, и на что уже в рамках подготовки нового интегрированного годового отчета, да, то есть у нас уже, наверное, три года нет отдельного отчета по устойчивому развитию, у нас был единый, как переход, да, и потом с 2022 -го года интегрированный отчет. Значит, что мы видим? Ну, понятно, что все равно бенчмарком будет оставаться национальные цели. На внешнем контуре это будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы туда смотрим и смотрим в этой части на возможное получение. Как раз, сначала анализ требований китайского рейтинга по раскрытию да, для листингуемых компаний. Дальше преломление его на себя, что мы, насколько мы ему соответствуем или нет. Для того, что как раз вот, вот этот рынок АТР Который важный, ну очевидно, важностью будет, важность будет расти, в том числе после запуска нами амурского газохимического комплекса через два года, да, где экспорт как раз большая составляющая той продукции, которая будет производиться, это СПС вот. Поэтому АТР национальные цели, если равно постоянно бенчмаркинг того, что делают международные компании в нашей отрасли и российские компании, на которые мы всегда ориентируемся на лидеров, которые, в том числе, здесь во всех рейтингах есть, то есть вот мы такая картинка из трех в трех плоскостях. А то, что будет важно, рейт... то есть мы смотрим на рейтинг китайский, мы смотрим на, мы точно будем делать тематическое приложение в... в этом году мы сделали тематическое приложение о сотрудниках, как раз это вот история про S, про внимание к персоналу, к его удержанию, признанию, да, людям очень важно признание их вклада там с цитатами, с фотографией у нас такой тематический отчет вышел. Следующий тематический отчет мы смотрим и планируем сделать по устойчивой цепочке поставок. У нас есть цель стратегии устойчивого развития как раз в этот, этот год последний, как раз оценка ключевых поставщиков по критериям устойчивого развития. Да, это про то, что большие компании, мы у кого-то в цепочке поставок, для нас это когда-то начиналось да, с требований, но и у нас в цепочке поставок малый, средний бизнес. И крупный бизнес, это некая тоже унификация и подтягивание в хорошем смысле через требования, через в хорошем смысле какой-то гайдлайн, да, вот цепочки поставок твои, мы хотим в следующем году сделать тематическое приложение на эту тему. Вот, ну и точно у нас в отчете будет в отчете за, за 24 год будет как раз подведение итогов вот этой стратегии 2025 Сибура, она пятилетняя, она так актуализировалась, мы прошли объединение с группой компании Таиф, то есть она так тоже было гибко какие-то показатели уходили, новые приходили с учетом контекста, но мы точно в отчете это подробно раскроем. Ну и новая стратегия у нас до 2029 -го года, мы сейчас занимаемся ее подготовкой и вынесением на сайт директоров в начале следующего года. Вот, наверное, основные темы и фокусы, которые будем раскрывать по итогам 2024 -го года. Большое спасибо. Вижу, что Виктории надо срочно что-то нам прокомментировать. Да, нет, не срочно. На самом деле, мы когда начинали дискуссию, начинали с девиза либо с метафоры, не очень получилось. Но вот Андрею Вайде, спасибо большое за чудесный пример. Мы достигли первого места, и что же дальше? И мне кажется, ключевым, наверное, пожеланием всем участникам рынка в области устойчивого развития могло бы стать, что, друзья, давайте быть, а не казаться. Потому что тогда, когда вы хотите казаться, вы теряете почву под ногами, вы делаете это для кого-то. И когда этот кто-то уходит, вам непонятно, что вам делать дальше. А в условиях, когда вы есть на самом деле, для вас это составляет основу вашей жизни, основу вашей повестки. Вы понимаете, для чего вы раскрываете информацию, почему вы уделяете внимание социальным вопросам, почему для вас важны инструменты климатического перехода, либо устойчивого развития, и вы не пытаетесь найти какую-то какую-то внешнюю опору. Вы опираетесь на себя, и именно опора на себя двигает вас в этой повестке. Это максимально подходящие слова, чтобы завершить нашу пленарную часть. И в завершение я тоже схожу несколько позитивных, мне кажется, приятных слов по поводу в том числе заземления. Да, и вот кроме казации каких-то вещей к фактическим, практическим, земляным, если можно, вопросам. Значит, в качестве практического завершения сегодня у нас тут будет церемония награждения всех лидеров да, для того, чтобы все лучше ощутили, во-первых, свои позиции и в том числе, чтобы дали более зримые ориентиры всем остальным участникам рынка, в том числе в лица. Во-вторых, сегодня для того, чтобы можно было, так сказать, опять же, сделать что-то устойчивая. На месте можно поддержать вместе с нами благотворительный фонд онкологика, партнером которого мы являемся и представители которого здесь сегодня есть. Это вот близнецы Катя и Ксюша или только Катя, я не вижу, или только Ксюша. Ну, в общем, вот она прямо сейчас меня снимает, можно с ним познакомиться и узнать, собственно, что и как делает фонд и почему бизнес коллаборация с ним это хорошо. В-третьих, у нас сегодня ближе как раз к завершению и к торжественной церемонии, будет кибергитарист Макс Емец. Это как раз амбассадор компании, которая делает протезы и которая тоже делает э, всю жизнь инклюзивнее и лучше ну, во всех хороших смыслах слова. Хотя, наверное, сложно придумать плохой смысл слова инклюзивности, но тем не менее. Сделаем акцент на этом. Вот. Я всех благодарю за содержательную дискуссию, за то, что мы и тем не менее придумали и несколько метафор. Я надеюсь, что, возвращаясь вот к, к опыту, который описывал Андрей, э, я тоже сидел в этом большом зале на Сибандах ровно в этой секции ESG и тоже думал, ничего себе, до чего мы доросли как рынок, но оказалось примерно на год. Но здесь, мне кажется, вопрос исключительно в ставке, потому что как только условия будут получше, то зеленые инструменты, устойчивые инструменты, инструменты климатического перехода зазвучат ярче и, конечно, найдут своих инвесторов легче. Да, и мы снова посидим в главном зале. Сейчас приглашаю всех на кофе-брейк, полчаса кофе-брейк, и потом у нас следующая секция. Большое всем спасибо.